В городском дворце культуры обсуждают важные вопросы, от которых может зависеть будущее многих городов. Представители Ассоциации сибирских и дальневосточных городов собрались на специальной конференции, чтобы поговорить о том, как улучшить жизнь граждан. Давайте отправимся в конференц-зал городского дворца культуры и послушаем основные моменты докладов. Главный доклад у мэра Хабаровска и по совместительству президента Ассоциации сибирских и дальневосточных городов Александра Соколова. Красной нитью он проводит мысль о том, что развивать города в современных условиях можно лишь взаимодействуя с бизнесом. Чем больше предприятий открывается, тем больше рабочих мест для людей. Дальневосточная столица добилась успеха в этом направлении. Показатель занятости в городе Хабаровске он от 0,27 до 0,3 колеблется. Это хороший показатель, один из самых низких по России. Но это и гигантский труд, это большая работа с бизнесом, предоставление возможностей, поддержка. На конференцию по развитию городов Хабаровск приехали представители муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока. Все вместе обсуждали, как наладить инфраструктуру в населенных пунктах. Гости нашли, чему поучиться у коллег из Хабаровска. Я сразу обратил внимание на то, что ваш город очень благоустроен. Много зелени, причем газоны подстриженные, нету открытой земли. То есть это очень важно. Важно, чтобы грязи в городе не было. У вас либо мощеная плитка, либо постриженные газоны. Это очень здорово. Очень хорошо развита инфраструктура. То есть много удобств для населения. Это магазинчики, кафе, аптеки. В ходе выступлений главы городов поговорили о том, как оценивают их работу горожане. Наша съемочная группа решила помочь в этом деле хабаровским властям. Пока в городском дворце культуры обсуждают развитие городов, мы решили развеяться, выйти на улицы дальневосточной столицы, а заодно узнать у хабаровчан, довольны ли они работой местных властей и тем, как выглядит дальневосточная столица сейчас. В нем приятно гулять и находиться, особенно под вечер. То есть вот эти фонари, красота, вот это все? Да, они сделали уютно. Фонтаны сделали. Ну и, насколько я знаю, аквапарк строят. Если сравнивать с другими городами, была вот недавно в Москве и в Питере, у нас как-то в городе, наверное, чувствуется душа, несмотря на всю ту атмосферу, те постройки, архитектура, которая есть. Вот. Наверное, каждый человек так скажет о своем городе, но вот я думаю, так в Хабаровске. Спортивные комплексы строят. Это очень хорошо, чтобы молодежь знала, чем себе заняться. Ну, мне больше всего нравится музей. Там много всего интересного. И вот мы развеялись, поговорили с людьми, услышали, не скрою, очень приятные отзывы о дальневосточной столице. Теперь давайте вернемся на конференцию. Доклады на конференции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов – это не просто слова. По сути, это рекомендации, которые будут рассматриваться на всех властных уровнях. Вырабатываются предложения, которые потом на заседании ассоциации, на правлении, на общем собрании облекают форму уже документов, которые далее идут и в Государственную Думу, в Совет Федерации, в правительство Российской Федерации. Эти документы находят, конечно, частичную поддержку. Ассоциация сибирских и дальневосточных городов работала в Хабаровске в течение 2 дней. Одну из встреч провели в мэрии. Разговор получился содержательным. Сегодняшний вот разговор, который, так сказать, депутаты хотят продолжить, будет уже в городе Кемерово. Это мы приняли решение такое в ноябре месяце. Соберемся там. Ну, там целый ряд вопросов. Там, конечно, и МРОТ, который сегодня для северных территорий, конечно, нереализуемый, как бы на сегодня. Будем обсуждать его. А пока участники конференции не в Кемерово, а в Хабаровске, их пригласила в гости администрация железнодорожного района. Одного из самых успешных в дальневосточной столице. В районе расположены крупнейшие предприятия как города Хабаровска, так и Дальнего Востока, которые ежегодно вносят большой вклад в социально-экономическое развитие района. Многие гости в Хабаровске впервые и приятно удивлены видом города и организацией деловых встреч. Для представителей сибирских и дальневосточных городов они стали не только интересны, но и полезны. Они увидели что-то новое про территориальные группы, про застройку города Хабаровска, вы правильно говорите. Это новое. Для многих это новое. Они что-то для себя почерпнули, и я уверен,
уверен, что они предпримут для того, чтобы вот работа, именно совместная работа исполнительной и законодательной ветвей власти, она шла на пользу жителям того или иного муниципального образования. Представителям Ассоциации сибирских и дальневосточных городов также показали Центр патриотического воспитания и рассказали о том, как в городе идет работа с молодежными клубами и объединениями. В общем, за время работы Ассоциации важные гости смогли интересно, а главное полезно провести время. Встречи они намерены продолжать, ведь вместе можно сделать гораздо больше.